Да и боевая такая бабушка. Черепашка, черепашка, и далеко уползла. Молодец ты. Кто? Лариса Николаевна. Кто там молодец? Молодец, молодец. Молодец. Проходим на это. Ползла. Не сутки пройти, естественно. Ползла же. Сергей Павлович, а послушание сегодня? Ну, сейчас рождественский. Благослови предстоящее собрание, пребудь с нами. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Кого сегодня нет? Кто знает, что с Виктором Андреевичем? Болеет. Заболел. Они всей семьей заболели, Никита, и жена у него, все болеют. Кого нет еще, кто болеющий? Все болеют. Третьяковы болеют. Давай я живых начинаю. Потом о болящих вспомним еще. Ну все болеют. Вот видите, насколько мало здесь. В основном болящие все. Ну, вроде как это Константин с Надеждой путешествует с чадами. Мне что-то не предупредили, так вроде Надежды, это Гали только сказали. Путешествующие, Иоанна путешествующая у нас. Ну, все уже знают. Да. Игнат Тихонович, вам слово. Быстро ты сдался. Нам не слышал, нет? Игнат Тихонович, вам слово. Да подожди. Ну что ж, если вы так все сильно настаиваете, то моя скромность, моя худость. Я хотел, конечно же, сказать слово о Слове Божьем. Потому что у нас крещение как бы не празднуемое, потому как батюшки не будет, не попали в этот раз. Воскресенья нету, во вторник, ни тудым и ни судым. А крещение, оно как есть, так оно и будет проходить. Раньше это был один праздник, и Рождество, и крещение. Все понятно было. Теперь же, ну, православие должно было существовать на новых дрожжах мира и согласия со всеми языческими культами. И поэтому все так побольше этих праздников растянули. О чем неоднократно у нас говорится, только у нас, я больше нигде этого не слышал. Там введение во храм, там обрезание Господня. Это праздник не придумать легче. Ну и так далее и тому подобное, вот эти праздники. Но крещение достойный праздник,
Праздник достойный, исполнение нулевое. Я об этом и хотел сказать. Опять все люди без приглашения священников. Священники все отказываются. Идут на, к этой проруби и в нее погружаются. Священники о погружении не говорят, они говорят. Мы не говорим ничего о погружении. Все люди идут и погружаются. Два раза мы брали в интервью. Вот идет вот такая вот вереница людей, ну, тысяча, может, стоит, а то и больше. И подходим, вот спрашиваем людей, прям скажите, зачем вы стоите? Ну, два ответа. Первое, это поможет в чем-нибудь, как матронушки, короче говоря, стоят к этой проруби. И второе, смытие грехов. Больше ничего не, ну, никто ничего больше придумать не может. Даже вот то, что рассказывают священники, агиасма, великое освящение воды, то есть вся вода везде, даже капля воды становится святой. Ну это ладно, все ладно, я готов. Конечно, раз есть крещение от воды и духа рождения, то должно что-то это быть. И немало не сомневаюсь я, что это есть. Но дело-то все в том, что если это так есть, то нужно смотреть-то в Евангелие. По Евангелию есть, а не по нашему умозаключению. Что мы так решили, прорубили вот в этой речке тут прорубь крестообразную, погрузились туда и смылись все грехи. И завтра пятерку получишь на экзамене. Или женишься на красавице, а ты будешь миллионер. Да. Завтра мешок золотом найдешь. Ну, короче говоря, что-то типа вот такого идет. И вот неоднократно смотрел передачи с епископами, с местными епископами, со священниками. Все в один голос утверждают, мы этого не говорили. Вот это на нас не надо. Мы не говорили. И сами показывают великолепный пример. Вот скажите, идем. Ну рассудите, как имеется в виду. Идем на обь мы. У нас на оби все это происходит. Таинство называется. И вот это крестообразное обязательно выстроят за счет средств налогоплательщиков какую-то ледяную циркушку. Вот и сразу вспоминается сказка. Помните, жили-были в лесу звери, и у зайца была лубиная избушка, а у лисы ледяная. И пришел март месяц, и что сделалось? Избушка у кого растаяла? У лисы, потому что у нее была ледяная, и ничего не осталось. И пошла она в лубиную зайцу истреблять зайца. Это вы что, не понимаете, что вы... Что вы возводите этот ледяные... Дворцы, они растают, они... Вот Господь показал нам, построили ледяную горку. Как всегда, все построили, туда гирлянды зарядили, и ровно через неделю ее начали... Прям все вот так вот машинами подвезли, все распалось, отключили электроэнергию, и стоят и говорят, вы там мимо нигде не ходите, этой горки. Вот это сделали для народа, а то током еще где-то убьет. Потом убрали все эти электрические провода, и горку вместе со стенами, сколько там было, сказали, 1000 кубометров чистейшего льда завезли. Господь показал, как все это разрушается. Но, ну, православным повезло. Православные попозже. Поэтому у них она еще устоит. Но не в этом же дело. И вот люди все через эту циркушку вниз туда заходят. У них вот эта Иордань выложена, а рядом еще и со спуском туда заходишь, и тебя погружают. Мужики все идут полуголые, ну, естественно, в плаворях. Женщины, кто во что гораст, даже без бюстгальтеров есть там, ныряют. Ну, ближе, чтобы ближе вода коснулась, это не для какой-то там этих самых поумыслов. Вы что? Чтобы грехи лучше смылись. А вокруг народу стоит, корреспондентов, все снимают. Что это такое? И самое интересное, вот из всего этого, народ сам пришел, без священников, безо всего, смывать грехи, погружаясь троекратно, все троекратно, все крестятся правильно сразу, и прям туда в воду аж. Со священником не добиться, вот сегодня читали, и крестившись, вышел из воды. Евангелие от Матфея, 3 глава, ну не читали сегодня, но об этом Христос и говорил в Евангелии. И вышел из воды, 3:16 Матфея, 3 глава, 16 стих. И тотчас Господь вышел из воды, написано. Крестившись, вышел из воды. Священники.
Где? Кто? До них Христос достучаться до священников не может. Что он из воды вышел? Они, нет, мы не верим, как бы. Утребники у всех, и там написано. В купель нужно низвести и возвести человека. Прям так и написано. В купель. Купель. Вот такая чашка. Они из банки могут. Я не знаю, человек 1000 вот, легко могут. Крестить называется. А крещение, странное созвучие. Взяли вот переводчики синодального перевода, слово крещение оставили. Ну нет, чтобы погружение бы по-русски. Но в то время нельзя было, оставили крещение. Красиво. Крещение, крест тут рядом, смерть, воскресение, ну, вечная жизнь, все рядом. Сыграло с нами, ну, дорогие мои русские собратья, злую шутку. До людей достучаться нельзя, что погружаться надо. До епископов достучаться не может. Патриарх, говорит, мужики, говорит он им, ну так, на ихнем языке, они там, клан у них же. Ну хватит уже, ну купели же есть, ну понятно, что вы их понастроили, купели. Ну начинайте людей туда окунать-то. Он с них деньги собирает, они деньги ему несут. И не упираются, несут деньги все. Вот сколько я разговаривал со священниками. Как только дело касается крестить людей, они как упираются и все. И главное, у него силы теперь нету, у патриарха, заставить их. А пишут послания, вот они, везде послания есть. Или они их не читают, читайте послания. Вот я сколько со священниками разговаривал, они говорят, что ты придумаешь, какие послания? Нету ничего. Как нету? Это от своего патриарха, они, значит, выборочно. Здесь они получили, а туточки нет, мы не получили. Вот когда им надо, деньгу большую, они тут же получают. То есть они вот в одном кармане, я сейчас покажу, у меня длинный, как бы вот так вот дулю держит ему, патриарху, и говорят, о, ты вот этот карман мы наполняем деньгами, чтобы тебе отдавать, а мы тебе вот за это, за то, что ты с нас деньги требуешь. Я так понимаю, что они ему в отместку это все делают. Надо же немножко ему насолить. Насаливают патриарху, а получается весь народ в ад идет, некрещенный. Вот тебе и праздник крещения. Чего они празднуют, я понять не могу. Но мы можем праздновать, мы тут все погружены, слава тебе, Господи. Так еще не все это осознают, погружение-то. Вот сколько в этом году крестилось, никого нету, все, поуходили все. Как раньше, как говорили, как они женились, так их и видали. Теперь мы можем с уверенностью говорить, как они крестились, так мы их видали. Это у нас как с детьми происходит. Дети рождаются. Оглянусь вот так вот. Или в коридоре стоит уже, это уже на выходе. Или вообще никого нету. Где они, эти дети-то? Наши братья и сестры благочестивые, в храм вместе ходили, рассуждали, сидели на занятиях у Игната Тихоновича, рот открыв. Все, нормально. Родили, вроде воспитывали, кормили. Они тут и нам стихи красивые рассказывали о Христе. Подошло время, 15-16 лет, кто в стюардессы только, как говорится, крылом махнуло, кто другим еще подолом завернуло? Нет никого. Где они, эти верующие-то, наши крещенные? Там, в детстве, никого не крестить, запретить крещение детское вообще. Зачем плодить вот этот мешки эти пустые, как сказали патриарху Льву, это апостол Петр. Чего ты мне, говоришь, сюда запечатанные мешки шлешь, пустые бурдюки эти. Ну, то есть, платяжка одна. А вроде бы все-все есть, присылает апостол Петр, стоит на дверях. Посмотрел, это крещеный, все у него есть, ходил в храм, тряхнул одна пыль. Это с крещением тогда еще было что-то. А теперь и без крещения, и без научения, безо всего. Так что, если уж праздновать праздник по-настоящему, то праздновать тогда уж как у нас. Рассказывать все, что есть. А не все это запрятывать в эти ледяные, в ледяные торосы, что не доберется никто. И от этого страшным холодом могильным веет, страшным холодом тления. Вот все, кто не был еще там, вот на этом, как они называют, таинстве крещения, на Оби, обязательно сходите и посмотрите, сколько народу пропадает, а? А сектанты придут трудиться, они пронюхали, что мы там трудимся, и уже вместе с нами второй год приходят, первый год они в конце пришли, а здесь они уже нам конкуренты, да хорошо, мы тут уже это
ушлые в этом деле. Мы смотрим, они там Евангелие распространяют и так ходят, так потихонечку подойдут что-то и молчат все. И мы быстренько у них перехватили, там столько Евангелий у них забрали. И пошли распространяем сами. У нас закончились, мы у них перехватили. Здорово получилось. Господь посылает нам сектантов, чтобы мы... Ну, мы о православии, конечно, рассказывали. Ну, а что? Что человеку православному нужно? Ему нужно, чтобы его оставили в покое. Да. Все, вот дали ему Евангелие. И дальше лучше ничего лучше не говори. А будет он читать, не будет. Начинаешь уже говорить, читать. Ну, вот как раз... И надо вот тут будет читать, прям вставать и читать о крещении, о места брать. Не знаю, получится там это в громкоговоритель что-нибудь сказать. Ну, хотя бы о крещении и места писания на русском языке почитать. Но однако вот можно там читать будет, благовествовать. Так что кто готов, присоединяйтесь. У нас тут небольшая братская дружина пойдет благовестников. Ага. Ну все, помоги Господи всем встретить праздник крещения Господня, как подобает должно христианину, с великой радостью и почтением. У нас событие небольшое было, но важное на неделе. Я о деньгах. Сергей Павлович всегда берет на себя все расходы. Я считаю, что можно было помочь ему. 14 тысяч заплатил, да? Да, 14 тысяч за визитки заплатил, которые раздаем. Ну, если у кого есть желание как-то сгладить маленько, ну, тяжело одному. А раздаем-то все, и люди приходят новые и новые. Я все время в интернете вижу, как люди благодарят Бога, что Бог открывает истину. Аминь. Второе. Ну, деньги кто любит? Израиль. Почему у меня вот книги разного цвета, вот все. Одно название «Открытым оком», но вот еврейский вопрос и разрешается где? Книга сделана специально под золото, раз они любят. Вот эта книга, Коран, значит, они зеленый цвет, по зеленому цвету, легко можно найти. Так вот, про Израиль хотелось сказать. Вы просто считаете дома Псалтырь, вы нигде не найдете, что написано там «Мир о России» или «Мир Ханаану», «Мир Израилю». Поэтому о Израиле особая молитва должна быть. И у меня только вчера, позавчера была опять беседа, из Иерусалима звонит один, ну, он из протестантов. И вот пошел он в храм и описывает, как он там был, как пришлось говорить. Я, говорит, едва выстоял. А когда беседует, спрашиваю, а какой беседует? Отстоял, иди отсюда. Ну, это везде одинаково. В Израиле, мир Израилю просим, чтобы мир пришел в лице Иисуса Христа. Не знаю. Мир Израилю, потом мир России, Украине, ну и теперь Сирии, где воюют. На первом месте мира Израилю просить. Мир Иерусалиму. Шалом, Иерусалим. Мы обязаны абсолютно всем, что у нас есть, нашими именами, нашей верой. Все, что мы научаемся от святых отцов, которые оттуда же получили это все. Великое преимущество быть иудеем. А наипаще в том, то есть отдельный момент Павел высветил, что им верено Слово Божие. Сколько написано в мире книг? Но откровение, то есть истина с неба Божье, только Святое Слово, Святая Библия, Слово Божие, Священное Писание. Им верено, верено, Бог верил им. А уж как они там им распорядятся, это вопрос другой. Просьба молиться о Израиле. Потому что оттуда идет все, три мировые религии. Это единственный народ в мире, который искусственно, путем научения, вернулся к своему древнему языку. Ну, все переменить. На него вот эта кромочка маленькая там, дунуть, ее нету. То есть враги, которые к нему не расположены, в 50 раз больше площади только занимают. И ничего с ним нельзя сделать. Видите, это надо внутренне проникнуться уважением к Израилю, к Аврааму, от которого пошло, к Моисею, к закону, который мы считаем. Вникайте в закон совершенный. И после всех молитв, какие есть, еще в Слово Божие загляни и скажи, как бы ни Израиль не сохранили бы. Вот против перевода на русский язык говорят, был Феофан Затворник. Это неправильно. Он не против перевода, а перевода, что брать за оригинал. Он считал, что с перевода 70, с греческого. А это масоретский перевод, тут замасоретили все, они все исказили, а тут он не прав.
Евреи над каждой буквой дорожат. У них в каждой строчке высчитано, и на полях пишут, сколько букв. И сколько строчек. Как писать, на какой коже, как вымыть руки. Слово, когда пишет Яхве Бог, там что он пишет. В это время хотя бы убивали его, хотя бы царь просил. Он не имеет права оторваться, чтобы не написать. Ну просто посчитайте, вот этюды, такая книжечка вышла отца Геннадия Паса. Там подробно говорится об этом. Это мог сделать только Израиль. Все до одного списка в мире собрать, сверить, уничтожить и дать то, что есть. Не то, что они подгоняли под себя. Бог не допустил бы этого. Почему? Он бодрствует над словом своим. Это я про Израиль. Про Россию. Отовсюду идет свидетельство, пророчество. Там сапона везде, что 15-й год, 16-й год всего пошел. Это год будет непростой для России. И очень, очень непростой. Потому что горит фактически уже с двух сторон. И говорят, сколько бы этого дракона ни кормили, ни отдавали ему земли, дракону будет мало. Имеется в виду Китай. У них главный символ это дракон. Медведь с драконом в одной берлоге не живут. Сегодня по-хорошему. Даже, ну, говорить не о чем. Ну, один к ста. У нас один человек, а там 100 человек. Ну, вот тебе и все. Поэтому только молитвой и приготовление себя к тому, что от Бога будет. Прославлять Бога семикратно в день за праведные суды Его. Это праведность от Бога. Это правильно, что Бог так делает. Не как где Бог, да куда смотрит, где монастыри, вот должен Серафим воскреснуть. Но мало что люди говорят. Слово Божие нигде об этом не говорит, что кто-то еще воскреснет, кроме два пророка спустится с неба. Надо научиться мыслить категориями Священного Писания. Не о своей утробе думать, и научиться ценить, что есть. Смотрите на детей, как бы прощаясь с ними. Какие дети? Мальчиков сразу же принудят принять ислам. Не принимают, сразу же будет уничтожен. Девочки пойдут по гаремам. И нельзя ничего изменить. Мы говорим, новый Израиль о нас. Ну, новый Израиль, куда Израиль пошел, когда согрешали? Они пошли в плен. А плен это намного страшнее войны, как говорят святые. Вот таких событий-то не надо как-то своими мелкими делами закрывать то, что самое большое. Нам Бог слишком много верил. И поэтому надо осознать это и Богу все время высылать славу. Господи, как много Ты дал нам. Ты открылся нам в Сыне Твоем, дал Писание на русском языке. Были люди, которые потрудились. Да кто мы такие? Вот говорит, дети ушли, которые были, это дети, как правило, у которых одна половина была неверующая, или одна половина была из сектантов, он так и не пришел в православие, а та половина всегда перетягивает. Почему? Чернота всегда побеждает. Чернота. Вот негр женится, дети не будут белые, они будут черные. Я держу голубей, белые и черные. Уже через три раза только пройдет это поколение там, и уже совершенно пестро делается. Белую породу очень-очень трудно чистую. Иначе дети были бы не чисты, а теперь святы. То есть одна половина все-таки сумела победить. Победить и молиться. Поэтому у человека такой выбор. Но у этих детей есть преимущество перед детьми из мира. Страшные, трудные, переживательные моменты, они знают, куда обратиться. Вы не думайте, что вот он был, ушел. Ну, у нас были глухонемые, там ушли они где-то. Они там молятся в интернет, выстрелили, да благословит их Господь. Но то, что они здесь получили, никуда не денется. Вот человек говорит, а я от отца отрекаюсь. Ну, его кровь в тебе течет. Я могу отчество сменить, можешь, но кровь его в тебе течет. Они здесь услышали о Христе. Они уверовали, они приняли крещение. И это они должны будут всегда где-то что-то говорить или упускать этот момент. Его не было в жизни как бы. Или говорить, поминать, что тут-то они были. Но, как правило, перескакивают. Я была, жила неверующая, а теперь я хожу туда. То есть этот момент они стараются затереть. А раз, говорите, его не было, Бог его убирает. Поэтому выходит, и крещения не было, ничего и не было. Я вот которых поминаю, которые все вспоминают, что имели. Это самые, сказать, плодовитые. Вот везде упоминает о том, как он обратился, отец Геннадий. И ему и среди обращенных равных никого и нет. А другой, даже в деревне у нас. А я и до вас знал, на занятия не ходил, так я ходил уже, до этого знал. И Бог как будто сметает. Ставит и на тот момент, когда он не ходил. И переходит, сегодня ничего нету. Он делается как враг. Я
стал думать об этом и увидел, ты отрекаешься, Бог от тебя это отнимает, раз его не было, этого участка, ничего и нету. И его нельзя убедить никак. А как ты убедишь, когда у него начала никакого нету? Вот то, что по-маленькому рассуждение, по нашей общине, и то, что по-большому, по верхнему краю брать, это всемирное везде событие. Но ты помни, нас от любви Божией никто не отлучит, ни смерть, и перечисляет ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина. Все и во всем Бог. Я хотел услышать хотя бы кратко, кто у нас уезжал, Людмила Степановна. Так, сегодня позвонила Нина Жолнеру и спрашивает, можно ли ей в храм зайти. Я говорю, так это у них спрашивай. А у них, от которой был там Игорь, теперь вроде что-то он там уже не Спиридон или кто-то теперь. Ты стоишь на улице 9 месяцев, и 9 месяцев время рожать, и Господь что-то сделает. Ее не пускают в храм. Не пускают. Дождь, снег, она стоит. Главная вина, ты знаешься с Игнатием. С чего там мы стоим все-таки? Если обрекают даже на смерть за то, что мы знаемся, это от Бога. Это нам Бог еще раз показывает подлинный лик Московской патриархии. Богу слава. Да. Отошел. Аминь. Но я 2 недели была в Тюмени. Хотела еще на север съездить. Ну, так не получилось, там были такие холода и болели все. Ну, то, что я навидела, все как бы не осуществилось. То, что я навидела, оно там и по-другому Бог как-то все усмотрел и устроил. И я когда возвращалась домой обратно, я так не поняла, думаю, надо же, я ничего не исполнила, что мне нужно было по моему-то этим замыслам. А потом, когда приехала домой, то я поняла, что а Господь сделал такое, вот именно такое, ради чего даже я только ехала. И я удивилась, как Господь мудро так все сделал. Поэтому я благодарю Бога, что Он позволил это вот как-то приехать. И я как-то очень так переживала, что у меня все не получается. Но Господь усмотрел другое, и я, как-то, видно, какую-то роль внесла в то событие, которое там произошло. И все как-то еще не закончилось, и все так неблагополучно. Вообще-то хорошо съездила, но я когда домой приехала, больше я хочу сказать о том, что я когда домой приехала, и вот такой негатив, вот это от Жени у меня, такой негатив страшный. Вот ты говоришь, зачем явилась-то, ты зачем тут приехала, ты все вот такие вот. И вот я хотела бы просто, я-то как несу, вот сегодня как раз была проповедь такая о том, что Господь дает такое, такие страшные, ну, как сказать, бедствие, которое как это потоп, вновь потоп. И люди, это и им во благо, для назидания для следующих поколений. И я думаю, мне-то во благо, а что он у меня такой, что он меня там, что мне иконы разбивает, что у меня там все книги там это. А мне-то во благо, а ему-то это же гибель его. А мне как, ну, поскольку он мое чадо, как мой сын, и мне его просто жалко. И поэтому, если кто-то как-то это, помолитесь, воздохните, чтобы, если будет Богу угодно за обращение. А так, что там уже все, там одержимость страшная. Поэтому Господи, мне это благо, а ему-то это, и мне просто его жаль. А Господь мне такое вот дал испытание, по силам каждому дает. И я думаю, мне это терпеть надо, и слава Богу за все. Все у меня. Закончила. Спасибо, Христос, за молитвы. Я переболела вроде как, обыгалась. Слава Богу за все. Всех благодарю, что молились за меня. Слава Христу. Кто молился за меня, спаси Христос вас. Я благодарила. Еще кто слово хочет сказать? Забыла о Полевых я сказать. Надежда звонила, она пошла в другой храм, а Николай работает. О крещении, о купании говорили, я тут пустил. Есть хорошая статья в интернете, уже несколько лет. Написал ее епископ Евтихий Курочкин. Он берет все, что до этого было сказано, где-то чистое языческое явление, никакого отношения к христианству не имеет, и кроме простуды ничего не получают. Но я его в этом усматриваю как бы внутренне, на подсознательном уровне. Вот почему Иван Купала и бегает, всех обливает. Люди-то не крещенные. Он не крещенный, хотя крещения-то нет, но я все-таки хоть сам внутри же окунусь. Я вижу в этом тоска души, они не могут объяснить. Очень подробно об этом
епископ написал. Некоторые на него ссылаются, а некоторые... Что вы последнее у нас соску-то отбираете? У нас хоть что-то было, а сейчас совсем ничего нету. Я сейчас не идти, я каждый год ходил, купался, а сейчас посмотрел, и в самом деле ничего нет. И идти охота, и зачем идти, не знаю. Такое сомнение епископ по мне посеял. Понимаете? Если по правде, то начни говорить. Вот и все. Идти только для благовестия, для того, чтобы дать Слово Божие. Вот они у нас как бы конкуренты. Какие? Так мы-то даем ни одного человека, ни одного к себе не зовем. Мы просто раздаем Евангелие, где написано по благословению патриарха Алексея, этого, Кирилла, и больше ничего нету. Дали Евангелие, дальше ходил же, видел. Ни одного человека никогда не звали к себе кому. А вы говорите, что вы зарубежный. То есть они нас подталкивают к кому, что все-таки мы звали их зарубежную православную. Но мы на это не пойдем. Они не понимают, что говорят. Мы даем Евангелие, чтобы читали, а люди видят храмы, в любой храм идут. Они не понимают, что можно так трудиться. Почему Давид говорит, что враги говорят, нет ему спасения в Боге. Они постоянно будут это говорить, нет ему спасения в Боге. Как ты можешь знать, есть или нет? Ты поступай по правде, тебе больше ничего не надо. Еще это, Сергей, о крещении надо все-таки сказать. Когда батюшка приедет воду освещать-то именно? Во вторник. Во вторник, да? Утром? Да. Во вторник утром приедет батюшка. Во вторник в 8 часов служба будет у нас. Да. Да. Во вторник 19 числа в 8 часов утра у нас здесь будет богослужение, после которого все дружно идем на опь. Одеваемся теплее, купаться не будем. У нас Евангелий много. Вот. Да. Евангелие есть, визитки Бог благословил, есть. Да. Вот. У кого какие-то, может быть, есть соображения, потому что народ придет, истомившийся. Вот. В прошлый год у меня было такое, что в одной школе мы учились и жили в одном подъезде. Он заведующий вот этими вот всеми аппаратурой. И прошлый год я с ним встретил, говорит, да тебе надо, говорит, я тебе могу любому микрофон дать и там это самое. Вот, и помолитесь и об этом, что может быть отношения у нас с патриархом, с митрополитом теплые. И может быть он даст слово. Почему бы и нет? Слово Евангелие дать, и будет отлично вообще. Вот, да. Хотя бы просто Евангелие, микрофон читать людям, и при этом любовь к Слову Божию привить хотя бы вот на этом празднике-то. Ни к воде, ни к вещественному, ни к омытию грехов, ничего же не происходит. Правду хотя бы сказать один раз. Мы в интернете говорим, но и люди как-то и действительно смущаются, и да. Ну не дадут, они все это прекрасно понимают. Да, конечно. Вот. Но слава Богу, есть интернет и истинно жаждущие души, говорят, ищите и найдете. Они найдут это и увидят и перестанут в этом языческом празднике участвовать. Виктор. Вот, а. Виктор. У тебя есть что-то сказать? Есть что-то сказать. Ну, уже сказали о том, что я на путешествую, поэтому я и не стал говорить. Я вчера говорил об этом, вот сестры сказали. Не, ну, может, еще что-то есть. Вот, молитесь об этом. Кроме того, что я... На 4 недели она полетела. Да пускай хоть больше. А что сказать? Братья основное все сказали. Слава Богу за все. Спаси Христос за молитвы. Дольше побудем. Потому что ваши молитвы всегда... И день, и днем, и ночью ощущается. То есть сразу ощущаешь, ты в общине или вне общины. Вот это очень ощущается. В духовной семье или просто где-то сам, в каком-то приходе, в проходе, да, как прохожане называют. Поэтому вот что значит община, это семья, это поддержка, это молитва, советы. Вот, слава Богу за все. Хорошо, Витя сказал про молитву. Я когда ехала, и какие все произошли там события, то я сильно ощущала, что молитвы ваши, и Господь слышит их, и вот мне помощь, вот какая-то такая вот даже, вот такие даже мелочи какие-то. Я ощущала, что это не может быть так, а оно раз и случается. И я понимала, что вашими молитвами Господь мне помогал.
Благодарю вас за это. Еще кто-то хочет что-то сказать? Тогда молимся, благодарим Бога. Вернись кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Читай там, Господи, защити. Господи, защити родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче, Господи. Научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, трапеза, песнопение, занятия. Я даже не чувствую. Если бы поддерживал, то во вторник, как говорится,